и посмотрите на это довольное лицо. Муж мне устроил отличный романтический ужин при свечах. Я наелась. Сет вкусный, правда не тот. Но он не Я ошибся не с названием. Хотел заказать Филадельфию, а заказал Калифорнию. Калифорнию. Ну, одинаково похоже по звучанию. Но... Я раз не разбираюсь. Очень приятный сюрприз. Вино безалкогольное. Шура кормит грудью. И купили безалкогольное вино. Так что мы не окосеем. Так-то такое, такое же, как белое. У меня подарок небольшой, поскольку средствами я не располагаю большими, но главное, внимание, пожаловался мне на пену. Я решила тебе купить нормальную. Да я... У меня кончилась пена, и помню, что давно покупал в этом фикс-прайсе за 55 рублей пену. Такая, ну... Ну, это обычно на 23 дарят, но я не хочу, чтобы ты и твоя кожа страдала. Главный подарок. Ну, как главный. Телефон, что ли? iPhone 12 Pro Max. Не-не, я не любитель iPhone. Блин. На упаковку внимание обрати. Она прикольная. Это переписка инстаграмовская, будто бы барин с девушкой переписывается, и там диалоги смешные всякие, разные. Я люблю тебя, я не знаю, что и сказать, скажи, как есть, ешь ртом. Я люблю тебя, я не знаю, что и сказать, скажи, как есть, ешь ртом. А вот тогда откуда у них такое сокровище? Твои родители случайно не пираты? Нет, а что? Тогда откуда у них такое сокровище? Тут где-то про трусы. Я тебя люблю. И скольким девушкам ты это уже сказал? Всем. Всем? Да, я всем говорю, что тебя люблю. Написано, кто ты мне. Мое счастье. Да, ты мое счастье. Уже прочитал. Тут написано термокружка Lucky. Ну, я тебе говорю не на каждый день, но я надеюсь, что тебе пригодится она когда-то. Вот я от нее снег буду пить. Дома. Дома очень. Она как шейкер. Шейкер. Она именно для тебя. Тут она блокируется, да, чтобы не открылось ничего. Так нет, она нажимать надо. Это наливать, а пить-то надо щелкать. Я поэтому и говорю, я, возможно, когда-нибудь надеюсь, что мы выберемся на какой-нибудь отдых, особенно зимой. Но она и холод сохраняет, если летом гулять, что-то прохладное налил. Ну да. И все. Любимый муж и папа. Да. Это про меня. Конечно. Это про меня. У нас не только 14 февраля, это как день всех влюбленных и день Святого Валентина. У нас 2 года отношений. В этот день я впервые приехал к Шуре в соседнее село. На дискотеку. И познакомился. Ну, потом мы расскажем. Ну да. Вот это магнит. Ну просто он мне так понравился. Это вчера его, наверное. Да. Это я вчера купила его и которую кружечку сегодня я тебе подарила на работу. Там 2 кексика и у них глаза бегают. Угу. Тут еще есть стишок, дай прочитаю. Пусть любовь моя тебя согреет. Час любой, в любом на свете месте. С каждым днем люблю тебя сильнее. Счастье для меня, когда мы вместе. Спасибо, дорогая. Это замечательный тост. Нам надо выпить. Безалкогольного вина. В красно-белом продается. Так что, если что, если кто-то не хочет напиваться, но хочет выпить, можете взять. Ну, просто так. Мне он понравился, этот магнитик. Я знаю, что ты не любишь их. Я просто на холодильнике, что их нет. Ты у нас на этой... А вот эту, вот эту открытку я хочу, чтобы ты прочитал вслух. Это стих от Саши и мне. Это не стих, это просто обращение. Обращение. Ну да, такое. Своими словами написано, ну что, ручкой и рукой. Ничего не напечатано, ничего, это вот, наверное, ее мысли ко мне. Да. В общем, я постараюсь прочитать, вроде у Шуры почерк. Не всегда я торопилась, понятный. Сегодня вообще быстро торопилась. Дорогой мой Сашенька, это я. Да, это он. Я поздравляю тебя с нашим днем. Мы впервые встретились в этот день, 14 февраля. И я сразу почувствовала и поняла, что ты именно тот человек, с которым я бы хотела провести остаток своей жизни, преодолевать трудности, делить радости. Спасибо за все. За заботу, ласку, честность, поддержку, за наших детей.
Я была счастлива, когда мы познакомились. Мы стали жить вместе. Мы обменялись кольцами и узаконили наши отношения. Я носила нашего ребенка под сердцем. Вся наша семья приехала за нами в день нашей выписки. И сейчас я счастлива, что в наш день ты читаешь эти строки. Давай приумножать наше счастье и всегда быть вместе. Я тебя сильно люблю. Твоя Шурочка, любимая. Эту последнюю строчку я сам добавил. Там она просто не влезла. Давай станем старыми и противными. Вместе? Вместе. Спасибо, дорогая. Я чуть не расплакался. Но я смог сдержаться. Я сильный, я старый, противный человек. Пока не дед, но... Подарочек. Мне что-то тут посолиднее, однако. Да ничего там солиднее. Это просто... Ну, это конфетки Лави. Смотрите, какие прикольные конфетки. Нежное суфле. И вот тут я ничего не открывала их. Тут на каждой конфетке, как на фирменных этих жвачках ранешных, разные надписи. Вафы с любовью это. И тут когда вместе, и тут что-то там, когда обнимашки. Изображать недотрогу и так вещь. Не упустить свой шанс. Твоя очередь. Шура, догадки все были у нее. Что я подарил? Что это был массажер. Массажер. Она думает, что там массажер. А там? А там? А там массажер. Черт! Да что это за такое-то? Она угадывала все мои подарки, блин. Я тебя знаю уже. Я единственное вчера сказал, что говорю, по-любому ты будешь пользоваться уже этим завтра, и оно тебе необходимо. Да, у меня болит спина. Спина, шея постоянно вот с Анюткой, потому что таскаемся сутками, целыми днями. Я уже не знал, что найти на Wildberries, что заказать, время остается мало, и мне вот почему-то на глаза попался этот массажер. Он и в машине можно, и просто в этом. Я вчера вот его включал. Нет, вот он здесь. Открывается здесь? Да, вчера. Я вчера открывал. Нифига себе. Тут еще это положили. Он внушительный так-то. Офигеть, тут тоже инструкция. Шура, накачай. Нет, надо так вот. Вот так вот. Ну. Ой, щекотно. Да, у меня у мамы такая штука была. Я помню, что я даже не могла прикоснуться. Оно такое, то есть он мурашками сводит. Это как подарок. Вот все писали в отзывах, что это... Кладут как подарок. Прикольненько. Чё, как мне на подушку наклониться? Вот она кнопка. Ой. Вау. Вот она. Не знаю, это подсветка или... Но она греет. С подогревом. Да, наверное, эту снимать бы. Немножко надо пониже. Или наоборот. А как делать-то? Ну ты... Так вот. Да когда это голову не получается, вот. Ой. Ну да ниже надо. Ну, что на треп, что болит? Она и спину, шею, ноги. Я сейчас усну. Греет? Ну да. Вот так вот она, ну как. Вот так она. Вот. О, вот теперь да. Вот теперь я. Ой, теперь я чувствую, что там что-то делается с моими этими. Ну, вот так вот легла. Ты нажала, да, еще? Ну, я ничего. Оно в другую сторону. А третий режим вроде просто крутится, но без подогрева. Ну, сейчас греет. Ну, оно сейчас просто в другую сторону. Он либо наружу, либо внутри, что как ты хочешь, чтоб тебя этот... Ну, надеюсь, у тебя шея пройдет. Шура, ау. Все, меня потеряли. Посмотрели, там картинки есть, куда подкладывать. В общем, по всему телу, и под поясницу. И под икроножные мышцы. И на живот, да? Да.
и на живот, и сверху даже набились. Руки ложишь. Кладешь. Руки кладешь. Кладешь. В общем, везде можно пользоваться. В общем, как мы говорили, уже у нас не просто 14 февраля, у нас 2 года отношений. Первый раз 2 года назад, в этот день, 14 февраля, я приехал к Шуре. Она вышла, мы долго вместе были, просто приехали и сидели в машине, общались, узнавали друг друга что-то новое. А познакомились мы вообще ВКонтакте, я Шуре написал. Написала, что типа ты... Я написала, мы знакомы. Угу. Ты пишешь нет. Я пишу... Ты откуда или что-то типа, ты местная или из какого, ну где-то из какого района, что-то такое. Угу. Типа не знает меня, вообще не знала, что откуда я, вдруг откуда-то, с Нью-Йорка. Общие друзья там есть. Я же не могу сказать, я тебя видела, я тебя знаю, пока. Вот мы познакомились, приехал я, пообщались, потом... Потом я к ней поехал через 2 дня, 16 февраля уже, и в меня въехали. Девушка в меня въехала, прям я выезжал на трассу, так к Саше ехать. И девушка в меня въехала, я Саше сразу позвонил, она меня уже ждала. Я говорю, сегодня не получится, говорю, я в аварию попал. Говорю, потом перезвоню, все объясню. Все, Шура расстроилась, все, конечно, расстроились, меня перед у машины вынесли. Для меня самое главное было, чтобы Саше ничего плохого не произошло. Машина, конечно, да, жаль. Да, много денег, растрат, но самое главное, что Саше все было в порядке. Шишка была, и то я домой приехал, мама говорит, у тебя, говорит, что, говорит, тут? У меня где-то шишка была, где-то я все равно тут долбанулся. Либо сбоку об этом, не знаю, а что. И вот, как-то закрутилось вот так вот, и все у нас теперь уже. И 14 февраля, год назад, я сделал предложение. Ссылка будет здесь, в подсказках. Кто захочет вернуться на год назад, как делал предложение, как это было. И 14 марта у нас годовщина свадьбы будет, через месяц ровно. И многие пишут, что не приходят уведомления, то где-то давно уже, говорит, видео вышло там, и говорит, просто где-то по поиску нашли, а так уведомлений не было, хотя человек подписан. Многие пишут, что, ну, что блогеры подсказывают, что надо отписаться на канал, заново подписаться, и рядышком, раз там есть такой этот или треугольник, или раньше он был как колокольчик, но YouTube все меняет, что... отображать все уведомления рядом с подпиской, где подписываетесь, рядом там поставить галочку «Все уведомления», и тогда оно вроде как нормально приходит. А так люди вот много пропускают, смотрят там, может, где-то через неделю уже видео уже вышло неделю назад, они нечаянно наткнулись и посмотрели. Вот кому действительно интересно, могут попробовать вот так вот сделать, чтобы не пропускать. Да, я тоже хотела сказать немножко про своего супруга. Наша встреча с Сашей произошла, наверное, именно в тот момент, когда мне действительно это было нужно, когда я в этом нуждалась, потому что у меня, к сожалению, был печальный опыт первого брака, от которого у нас есть сын с Сашей. Ну, в смысле, Кирилл-то родился от прошлого брака, но я всегда говорю, что у нас с Сашей 2 детей. Саша полностью занимается воспитанием Кирилла. Я ему благодарна за наших детей. И мне, да, судьба наконец-то предоставила возможность познакомиться с таким человеком замечательным, который стал мне в дальнейшем мужем. Если просто сказать, что я его люблю, то я не думаю, что это можно много что сказать. Мы познакомились, когда я совсем этого не ожидала, но у меня был непростой период в жизни на тот момент. И просто смотрю, парень, мужчина молодой, добавляется в друзья. Я, естественно, видела, ну, контакт, как и любая другая соцсеть, предлагает возможные друзья, там, возможно, вы знакомы. Там, ну, у нас много Саши общих друзей было ВКонтакте. И я видела много раз его, как-то заходила там несколько раз на страницу. Да-да. В общем, я видела его. Но и все равно мы жили в 20 километрах друг от друга. Возможно, где-то даже виделись мельком раньше. Не помню точно, но
Лично мы не были знакомы. И Саша меня видел и заходил как-то даже вроде на страницу, ты говорил, давненько. Но я все равно вид, конечно, сделала. Для приличия спросила, знакомы мы или нет, что, может, где-то пересекались как-то и нет. Хотя я вообще всегда помню прекрасно, с кем, когда я виделась, каким человеком. Но все равно. И я ему написала первое, раз заявка поступила, я ему написала «Привет, мы знакомы или нет?» Все, и так разговор завязался. Это было 12 февраля. 12 февраля мы начали переписываться. 14-го Саша приехал ко мне с букетом. Свататься. С букетом роз. С букетом роз мы с ним прокатились, постояли, поговорили вообще обо всем на свете. И вот тогда я поняла, что это человек, с которым мне хотелось бы и дальше общаться. И спустя каждую встречу, вот мы потом очень часто видеться стали, я начала понимать, что мне хорошо с ним, мне с ним спокойно, не страшно в завтрашний день заглянуть. И самое главное, что у нас всегда юмор присутствует. Для меня это очень важно. Если у человека нет чувства юмора, он не может над собой посмеяться, как-то ситуацию обыграть где-то с юмором, то я с этим человеком, ну, вряд ли буду дальше общаться. Поэтому, ну, у меня сердце как-то подсказало, что все будет сложиться. Поэтому я считаю, что... Чешный парень. Я считаю, что у нас именно отношения начались 14 февраля. Хотя 14 февраля только я тебя в щечку поцеловала в первый вечер. Просто за то, что ты приехал, поздравил, цветы мне подарил. Ну, на прощание я чмокнула так в щечку. Но я уже почему-то чувствовала, что мы будем вместе. Не знаю, почему-то так. Ну, довольно-таки быстро Саша почему-то посчитал нужным познакомить меня с родителями. Мне это было очень приятно. В начале марта это было 5 числа, по-моему, 5 или 4 марта. И мы познакомились с родителями, и все. А потом там началась уже тоже весна, и Пасха. У нас родители познакомились. Саша приехал к Кириллу на день рождения, 29 марта у Кирилла день рождения. Кириллу было 5 лет. И тогда я поняла, что... Ну, действительно, человек в моей жизни навсегда. Потому что для меня знакомство с родителями и тем более с ребенком – это важный, ответственный шаг, когда ты человека впускаешь в свою семью, знакомишь, как Саша, так и я. Есть такой стереотип, что девушка там к 30 годам должна выйти замуж, должна там уже ребенка родить. Мне некуда было уже спешить. У меня уже был ребенок, у меня был какой-то там не очень удачный опыт за спиной, поэтому я не спешила. Я думала, что я вряд ли уже рожу когда-то, и я не спешила, поэтому я так налегке поначалу, как бы, что, ну да, прикольно, хороший там парень, все. Но мне он сразу понравился, я сразу почувствовала, что это мое. Потом я поняла, что он серьезный и ответственный, самое главное, что с ним не страшно семью было создать. Мне нравится, мы с ним разные в том плане, что я паникер, я могу из любой ситуации раздуть. Саша как-то он меня ждает, старается, чтобы я ни каких-то ни скандалов, ничего не раздувала, как-то смягчать старается. Я считаю, что мы дополняем друг друга. Я импульсивный человек, он земной такой. Все должно быть аккуратно, тихонечко. И для меня раньше было важно, чтобы я слышала. Ну, женщина любит ушами, как говорят, чтобы я постоянно слышала о любви, там какие-то слова, все. Ну, Саша, он, да, может сказать, но когда это действительно нужно. Спустя уже 2 года я вижу, и я вижу то, что он мне пытался донести, что это в поступках проявляется, и не так часто от него этого прошу. И он со своей стороны стал сам это делать, говорить мне чаще, я вот стала замечать. Всегда поддержит меня в любой ситуации, всегда успокоит, поцелует, обнимет, сразу спокойно становится. Мужчина, которого я ждала очень долго, у меня было достаточно много испытаний для моих 28 лет. Я очень долго ждала этого человека в своей жизни. Также я, как Сашу увидел, в ВКонтакте, но я говорю, я до этого видел несколько раз, что где-то она там еще, помню, с коляской ходила еще. Кирилл, видать, маленький был. Где-то потом еще пару раз видел. И в основном только вот где-то, да, в соцсетях промелькивало, что вот, да, есть такая Александра. Я к ней заявку скинул, вот, переписывались. Я уже даже вот приехал. Прошло там еще, наверное, дня 3-4. Она меня так мою заявку и не одобряет. Долго не принимала. Но я говорю, так ты одобришь или, говорю, мне отписываться?
Да час я пока некогда, час я одобрю. Там как будто вот нажать вот это вот буквально секунду. 2 года прошло, его все еще это обижает. Час мне некогда, там напишет вот такие вот 100 сообщений, но некогда нажать просто кнопку подтвердить. Да нет, ты что, я, конечно, подтвержу, час просто некогда. Ну, странно. Ну вот потом она, не знаю, в этот день или на следующий, или она одобрила все-таки заявку. Хотя уже я приезжал, говорю, все вот так закрутилось. Потом стало... Саша в основном сюда приезжала на выходные. Каждые выходные практически приезжала. Потом либо я увозил, либо она сама уезжала, потому что на работу надо. Переехали сюда, потому что у меня тут ремонт закончился. Мы вообще начали общаться, да, у меня вот только вот эту квартиру купили, тут ни ремонта, ничего не было. Потом как ремонт все сделали, и вот после лета, где-то в октябре или в ноябре, с Кириллом полностью я приехал и забрал. Мы много чего не снимали. Не снимали вообще, делали. Да, хотя там можно было. Ну, у нас не было канала, у меня была задумка, что начать снимать там ремонт, потому что я смотрел в Ютубе вот ролики по ремонту, и думал, хотел, но думаю, то ли на телефон снимать, и так и не сняли, хотя тут такая квартира была, из-под бабушки, как говорится, так и есть. Котел на дровах стоял в ванной, за место душевой кабинки. Дровами топилось там, вот и через дымоход весь этот дым проходил. Но суть не в этом. 2 года вот мы сейчас вместе, уже как увиделись. Время пролетело незаметно. Сейчас с рождением Анютки время еще быстрее летит, но становится все интереснее. Ну, конечно, мы тоже ругаемся. Бывает, сильно можем поругаться. Ну, всякое бывает. Я никогда не поверю, что люди совсем не ругаются. Просто ссоры бывают разными, и люди по-разному относятся к ссорам, к этим. Главное вовремя остановиться и вспомнить все хорошее, что есть. Уметь останавливаться, уметь не раздувать. Мне всегда Саша говорит, ты накручиваешь много, ты придумываешь много. Возможно, это действительно так, но я всегда привыкла делиться с ним то, что у меня в голове, то, о чем я переживаю, потому что лучше я ему скажу о чем-то, о том, что меня беспокоит, чем я пойду куда-то там спрашивать или там родителям жаловаться. Я никогда не буду жаловаться родителям и своего мужа. Это мой выбор, это мой мужчина любимый, и у нас замечательная дочь. И свои проблемы я уверена, что мы сами можем решить. А если что-то уж есть нерешаемые проблемы, то, конечно, мы обратимся к родителям. На этой позитивной ноте будем заканчивать. Поедем за детьми. Они сейчас у бабушки. Мы их увезли специально, чтобы нам тихо, спокойно встретить наш праздник, немножко отметить, подарить подарки. Сказать друг другу спасибо. Да. За то, что мы делаем друг друга лучше, дополняем друг друга, любим, ценим, счастье всем. Оставайтесь с нами. С праздником. Всем пока. Пока.